Деревянная церковь будет отреставрирована. В следующем году на восстановление самой древней в городе постройки из федерального бюджета выделят более 7 миллионов рублей. По планам Департамента культуры, реставрация Казанской церкви будет завершена через 2 года. Напомним, ремонта в церкви не было более 100 лет. Финансирование местных объектов культового назначения по сравнению с 2013 годом увеличено в 5 раз. 35 миллионов рублей будут потрачены прежде всего на восстановление собора и церкви Воскресения в Шуе, колокольни в Лежнево, Троицкого и Преображенского храмов в Плёсе. Мы подавали заявки и на светские здания. Общая сумма заявок на 200 миллионов рублей. Пока известны результаты только по культовым, потому что торги пройдут уже в текущем году. После 25 ноября уже ставятся торги с тем, чтобы в начале 14 уже приступить к реставрации. По светским зданиям информация будет ориентировочно в первой декаде декабря.